Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами Рафаэль. Сегодня я вам хочу показать квартиру на продажу вот в этом здании. Это улица Цкалтубо. И буквально в 50 метрах от нас проспект Церетели. В шаговой доступности от метро Дидубе. Там же около метро Дидубе находится автовокзал. Машины выезжают оттуда почти на территорию всей Грузии. В любые города Грузии можно отсюда попасть с Дидубе. И плюс ко всему этому отсюда едут машины во Владикавказ, в Минводы, в Москву и так далее. Плюс я хочу просто познакомить вас с инфраструктурой. Здесь рядом находится выставка. Здесь рядом находится самый большой рынок, где продаются автозапчасти, стройматериалы, сельскохозяйственные материалы. Это рынок называется Элизия. Мы находимся на первом этаже корпуса. Этот корпус начали строить с 2016 года. То есть за 2 года уже люди начинают заселяться потихоньку. Корпус считается законченным. Здесь кое-какие работы осталось закончить, это закончит все. И буквально через 2 дня будет уже работать. Также здесь на первом этаже есть на продажу, вот прямо вот здесь, есть на продажу 200 квадратов коммерческой площади. Цена за 1 квадрат получается $1650. Вот так вот. Мы сейчас поднимемся на 9-й жилой, если не считать первый этаж, коммерческую площадь. Мы поднимемся сейчас на 9-й этаж жилой площади, а так, в общем, 10-й этаж. Я вам покажу квартиру, которая продается здесь от второго лица, то есть вторичное жилье. Друзья, мы с вами на 9-м этаже. Это лестница пожарная. Лифты пока не включены, я вам уже говорил, но я смотрел, лифт современный, очень хороший. А также здесь закрытые подъезды, это огромный плюс. Ну и сделано все очень качественно. Я смотрю, прям, ну, нравится мне. Подъезд покрашен, и, ну, скоро он очень быстро заблагоустроится. Здесь пока есть какой-то мусор строительный, но это все быстро уберут. Друзья, ну вот это подъезд дома. А это сама квартира на продажу. Я повторяюсь, она вторичная, то есть от собственника продается. Это белый каркас. То есть здесь трубы для воды проведены, газ проведен. Окна, двери уже поставлены. Осталось сделать ремонт. Здесь будет санузел. Вот здесь темновато чуть-чуть. Свет пока не проведен, но кабели уже проведены. Это одна маленькая комната, которая выходит на балкон. Балкон с красивым видом. Друзья, это центр города. Это одна из центральных улиц города. Отсюда красивый вид на горы. И на проспект Церетели. Такой маленький балкончик здесь, хотя очень приятный. Трубы проведены, газ, вода, все уже проведено. Нужно только докончить. Отремонтировать и купить мебель. Здесь, наверное, будет студия, кухня и диван, кресло, телевизор на ваше усмотрение. Эта дверь тоже открывается, но здесь вот у нас нет балкона. Друзья, эта квартира 47 квадратов. Владелец ее продает за $45 000. Нашим покупателям он готов сделать маленькую скидку еще. Получается квадратный метр где-то за $960. Ну, учитывая скидки, можно еще договориться с продавцом, потому что он очень сильно спешит. И сам корпус, я опять-таки скажу, что он закончен. Очень скоро сюда
уже начнут заселяться. То есть некоторые квартиры заселены, а уже полностью корпус, наверное, через несколько месяцев будет заселен и благоустроен полностью. Вот так, друзья. Если есть какие вопросы, пишите в комментариях, пишите на личный номер. Я всегда буду рад ответить вам. Всего доброго!